Здравствуйте, уважаемые посетители сайта teruru.com, и в этом видеоуроке я хотел бы вам рассказать о том, как устанавливать темы на браузер Google Chrome. Так как я этим браузером сам стал сейчас прям пользоваться, практически 90% я им пользуюсь, иногда пользуюсь Mozilla Firefox, то, разумеется, есть наверняка люди, которые тоже перешли на него. Я думаю, больше чем уверен, что их очень много, потому что браузер очень удобный, большое окно, и плюс он ускоряет работу интернета. И, конечно же, многие на него перешли. Но есть люди, которым не нравится стандартная тема, и вот я сейчас покажу, как ее менять, потому что в других браузерах меняется немного по-другому, но здесь, честно говоря, все тоже очень просто. Так, для начала нажимаете вот на этот гаечный ключ справа в самом верхнем углу, прямо под крестиком, и здесь нажимаете «Параметры». Далее выбираете личные личные материалы. И здесь внизу есть темы. Нажимаете «Получить темы». И вот здесь рекомендованные темы, но давайте перейдем на все. Нажмем. Кто не видел, где я нажал, сейчас покажу. Вот, все. И выбираем тему, которая нам нравится. Да, тут можете посмотреть, тут первая страница, вон, следующая. В общем, можете повыбирать, но я вам просто покажу, что все очень просто. Вот, потом нажимаете на теме, которая понравилась. Вот мне вот это понравилось, например, да. И добавить в Chrome. Сразу же предлагается установить, нажимаете установить. Все, тема установлена. Если вдруг вы посмотрели, вот и тема вам, ну, не понравилась, просто нажимаете отмена, и все возвращается к предыдущей теме. Да? Все, вы вернулись, то есть видите, все точно так же. Но мне понравилось, поэтому я, пожалуй, установлю, и пускай она будет. Все. Благодарю за внимание. Ну, этот урок, в принципе, быстрый, поэтому, наверное, он даже маленький очень получился. Но я думаю, он будет вам интересен. Благодарю за внимание. До встречи в следующих уроках. Всего лучшего. До свидания.